Ох, ночка сегодня просто супер. Надо уже потихонечку идти спать. Ну, сейчас я посмотрю тут по окошкам. Так, пока смотрим вот в то. Интересно, а этот житель меня также прогонит, как все, или впустит домой? Очень-очень интересно это узнать. Йо, друзья, всем привет! Меня зовут Дог Дэй, и это мой жизненный цикл. Перед просмотром этого видео обязательно включите VPN, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. В описании есть ссылочка на донат, вы можете задонать любую сумму и попасть в следующее видео. Всем приятнейшего просмотра! Короче, меня уже выгоняют просто из каждого дома. Все просто меня бьют, фигачат все дела. Ой, там жители какие-то. И, короче, вот. Это почти финальная моя надежда. Сейчас мы... Ой. А, ну да, надежда. И сейчас мы, короче, проверим, уже добрый этот житель или нет. Можно бы у него поселиться. Капец, что я так рискую? Вообще, что, к окну подхожу? А? Кто там? А, ладно, наверное, показалось. Ух, чуть не спалился, капец, зачем я еще так близко подходил? А если бы он услышал? Ладно, пойду проверю, открыта ли у него дверь домой. Так, вроде там жителей никто не видит, так. Ой, зачем я постучал-то? О, кажется, кто-то стучился. Ладно, потом открою, ну блин, такой вид. Ага, он любуется видом. Так, он, мне кажется, любуется в это окно, да? Не знаю, конечно, красота, ну блин, спать надо. Стоп, так у меня же на третьем этаже тоже там виды красивые есть. Так, ладно, была не была, let's go. А, ты кто такой? Ты кто такой? Ты что делаешь? Спокойно, спокойно, житель. Слышь ты, а ну быстро ушел отсюда. Не-не-не-не-не. А, Кость, ты чё, кого ты, жители сожрал, монстряга? Тебе хана! Рыцари, помогите! Спокуха, спокуха, все хорошо, честно, честно. Я тебя не обижу. Пожалуйста, приюти меня. Меня все жители из всей деревни выгоняют. Ты моя последняя надежда, пожалуйста. Ты мало того, что окно разбил, мне какими-то косточками угрожал. А ты хочешь, чтобы я теперь заселю тебя здесь после этого? Да не угрожай тебе косточкой. Я просто ее достал, ну, защититься. То я думал, ты на меня сейчас накинешься, и все, и капец будет. А стекло? Там дверь закрыта. Я не хотела, если честно, тебя пугать через стекло. Все дела, я не знаю. Ага, так что еще лучшая идея напугать меня, разбив окно. Чини его теперь. Ну, блин. Ай, ладно, ладно. Давай так, сперва почини окошко, потом с тобой поговорим, окей? Окей, окей. Ух, так, ладно, сейчас починю. Да, что-то через окно входить все-таки не лучшая идея была. Ой, а что здесь? Вода течет, что-то тут происходит. Так, ладно, где мне взять только... где мне сделать-то ремонт для окна? Ой, что это тут такое? Что за блоки? Так, ладно, вот, я думаю, можно просто взять, короче, вот эту земельку и временно закрыть. Я думаю, житель не против. Ну, да, да, землей закрыть окно. Ну, ладно, вдруг прокатит. Так, давайте-ка проверим. Так, 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 житель, я тут, смотри, и как тебе? Слушай, Дог Дэй, тебя, наверное, так зовут? Чего? Ты откуда мое имя знаешь? Да я вспомнил этот на Ютубе видосики Poppy Playtime, там все дела, завод же, да? Да-да-да. А, ну вот, видишь, вспомнил. Ну, слушай, с землей закрывать это, конечно, гениально, в скобочках нет, ну, для первого раза сойдет, потом что-нибудь придумаем. Ладно, ладно, живи у меня, только ты же не будешь злобным монстром, как в третьей главе, которая сюда же не вышла. Честно, не буду. А, ну смотри, смотри. Ладно, давай, иди спи, там уже и так рассвет. Ага, ну ладно. Мне уже теперь не поспать. А, ну-ка. О, око, вот это тут постельки. Ну я вот сюда прилягу, пожалуй. Ой, как хорошо. Ой, ребяточки, всем добренькое утро. И о-о-о, кажется, я вырос. Я думаю, жителю Матвейки это точно понравится. Ну, надеюсь, по крайней мере. Так, житель Матвейка, ты где? О, привет, а ты все еще тут, что ли, стоишь? Да я уже сегодня успел на утреннюю пробежку сходить. Вот, пришел в окошко немножко поглядеть. Слушай, я вообще люблю в окошко смотреть в целом. Вот, сейчас будет моя мини-работочка домашняя. Буду по дому тут ходить, все убираться. Видишь, уже перчаточки все подготовил. А, понятно, ты... А, стоп. Ты что так вырос?
А, вот только хотел сказать. Ну, короче, я за ночь вот быстро вырос. Я ж как-никак частично моб в Майнкрафте сейчас. Вот. А, ну окей, окей. Ладно. Так, ну, слушай, может, ты подросший, и ты как бы уже и посильнее. Так остальной этой деревне ты можешь также доказать, что ты добрый, как и мне. Ну, хотя ты мне не то чтобы доказал, ну ладно. Эй! Да ладно, ладно, шучу, нормальный ты. Ага. Короче, ну там можешь повыполнять задание жителей, я думаю, они за это точно тебя, ну, типа, респектуют, все дела. Ха, ну, хорошая идейка, я считаю. Кстати, а что за этими люками? А, ну можешь посмотреть. Там очень милая пандочка. Ого, Муся! Ее даже можно покормить. Ну-ка. О, нифига себе, она тут кувыркается. Ну-ка. О, закидываем ей немножечко бамбука. Хорошо, и быть ли она его кушать? Офигеть! Ха-ха! О, молодец, Муся покормила. Вот теперь я тебе точно доверяю. Ведь Мусечка в нашем доме это святое. Ну ладно, ладно, пойду помогу другим жителям. Ага, хорошо. Так, всем привет, жители! А, монстр! Спасибо, подождите, подождите. Спасибо, конечно, за комплимент. Да, я монстр. Но я добрый, честно, честно. Все, я пойду тут заниматься делами. Я добрый, ребят, не бойтесь. А, боже мой, что за монстрёги-то? Да я добрый, честно, честно, ребятки, не бойтесь. Фух. Эй, жители, жители, кому-то можно помочь чем-то? А, житель. Ой, кто-то. Это что, Дог Дэй, что ли, этот? Да-да-да, я Дог Дэй. Окей, смотри, у нас тут как бы рыболовный цех, как ты видишь, процветает, очень много рыболовов. Нам бы не хватало еще пару рыболовчиков, понимаешь, братишка? Так что ты, если что, удочку бери, там, в принципе, платят, ну, нормальненько, нормальненько так. Угу, хорошо, а где мне взять удочку? Ну ты посмотри, посмотри, может где-нибудь будет. Угу, ну сейчас поищу, поищу. А, все удочки, видимо, уже разобрали эти наши работники, наши рыболовы. Не, короче, иди занимайся другим делом. Мы тут уже все огромной бандой. Ай, ну и пожалуйста. Так, что мы можем еще сделать? Так, 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 что мы можем еще сделать? А-а-а! Монстр! Спокойно, спокойно, я добрый, честно, честно. Так, так, так. Ой, что тут у нас? Так, ладно. Есть какое-то задание с чем-то, где-то можно помочь? Ты стоямба, 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 дальше проход в следующий район запрещен. Дальше только за лайк, подписку и колокольчик от зрителей. О, ребята, срочно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, иначе Голя меня не пропустит. Так, вижу, вот, ставите, да, молодцы, давайте, ну ты тоже ставь, давай, да подпишись, ну же, ну же. О, спасибо, все, все сделали. Отлично, проходи, монстряга. Ну, сам-то монстряга. Ладно. Так, кому-то с чем-то помочь? О, здравствуй. Ага, монстр какой-то. Ну, ладно. Так, Дог Дэй, да, тебя так? Ой, фига есть, меня тут все знают, видимо. Так, значит, смотри, у тебя тут такое задание есть. Значит, смотри. Сходи-ка, собери урожай ягодок тут неподалеку и принеси мне сюда, и положи в бочечку, вот в эту. Ага, хорошо, сейчас будет. Так, ну это довольно просто, я думаю. И сейчас я это выполню. Так, 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 где мне взять только ягодки, непонятно. Так, да где же эти урожаи, я все понять-то не... А, вот! Наверное, это они. Так, а только как это собрать-то безопасно, чтобы не уколоться? Ладно, есть одна идейка, надеюсь, житель не будет против. Если я сделаю вот так, ну так-то будет хотя бы побыстрее. Хорошо, так, вот здесь мы вот так вот сделаем, ой-ой-ой, так-так-так-так-так, здесь все мы сейчас дельце соберем, отличненько, вот здесь еще вот так вот, главное все собрать еще, так вот, ай, это, завалялся один, давайте заберем, хорошо, так, даже собираем ягодки, отлично, ну все, по-моему, да, закончилось, так, надо только все до конца подобрать, ну все, получается, ой, блин, надо еще обязательно обратно все высадить. Потому что это, ой, очень важно. Тут, кстати, вывалилось немножечко. Все, давайте это быстренько все засадим. Фух, ну все высадил. Еще и снежок пошел. Вы только посмотрите, какая атмосферка. Фух, ладно, можно идти домой. Эй, ты, слышь? А? Это кто? А ты еще кто такой? Я единственный и самый лучший голем-бандит. Слушай, есть тут что перекусить? Я знаю, что есть. Ну да, есть, но я тебе не дам! Я эволюционировал?
О, и остановил этого голема. Фух, это было эпичненько. Ну ладно, ладно, время возвращаться. Так, и... Жители? Окей, все разошлись уже. Ладно, просто сложу ягодки, да и пойду потихонечку домой. Это, конечно, было интересненько. Сейчас житель Матвейка этот будет в шоке. Да, и, кстати, знаете, откуда вы... Блин, ну, так вот, очень, наверное, вопрос появился. Вот. Блин, как объяснить-то, елки-палки, словарный запас, прикиньте, забыл весь свой. Вот, вы, наверное, сейчас задумались, откуда я знаю, что его житель Матвейка зовут? Да слушайте, да я же за ним уже следил еще до начала серии, так что я оттуда-то и знаю. Вот, так, ладно, заходим. Житель Матвейка, здорово. А ты откуда вообще меня знаешь-то, как меня зовут? Да долгая история. Ладно. Стоп, а что ты так вымахал-то опять? Я говорю, я быстро расту. Вот, и помог там разным жителям. Ну, одному точнее, ягодки добыл для него. И даже какого-то голема-преступника одолел. Это ж вообще, мы долго его разыскивали, этого преступника, он постоянно незаметно всех кокает и ворует. Реально? Красава! Ух, вот это я не знал, конечно, не знал. Ладно, я думаю, можно уже заканчивать потихонечку серию, да? Ну да. Ребята, всем огромное спасибо за просмотр, с вами был я, Dog Day, а также житель Матвейка. И всем пока-пока.